Всем привет! Каким бы вкусным и полезным ни было только что приготовленное блюдо, оно может потерять все свои положительные свойства во время повторного разогрева. Более того, разогретая пища даже может стать причиной отравления или проблем с желудком. Поэтому некоторые блюда стоит есть сразу после их приготовления. Курица. Как ни странно, но курицу лучше не разогревать. При повторном подогреве блюд из куриного мяса структура белка нарушается, и все, что было полезно для нашего организма, вдруг переходит на темную сторону. Ученые говорят, что подогревание блюд из курицы является одной из основных причин гастрита и других проблем с пищеварением. Сельдерей – полезный продукт и для здоровья, и для фигуры. Тем более полезен он в составе пряных супов и пюре. Но свои положительные свойства продукт сохраняет только до момента, пока его повторно не разогревают. И все потому, что в сельдерее содержатся нитраты, которые безопасны для употребления продукта в сыром виде. Но при повторном нагреве эти нитраты превращаются в токсичные нитраты и канцерогенные вещества. Грибы. С грибами ситуация не так проста. Несмотря на содержание большого количества белка, аминокислот и витаминов, некоторые виды могут плохо усваиваться организмом. Но при привычном приготовлении и употреблении грибов в горячем или холодном виде проблема возникать не должно. А вот если подогреть приготовленные грибы повторно, то от полезного продукта может быть только больше вреда. Ученые говорят, что разогревать приготовленные блюда с грибами не опасно только на температуре до 70 градусов Цельсия. Яйца. Конечно, вряд ли найдутся люди, которые разогревают яичницу, но на всякий случай лучше предупредить. При повторном нагревании продукт также может быть токсичным. Тут действует тот же принцип, что и с растительным белком, который содержится в грибах. Картофель. При первичной тепловой обработке картофеля крахмал расщепляется на несколько безвредных соединений. Поэтому гастроэнтерологи рекомендуют съедать пюре, жареную картошку или запеканку сразу после приготовления. Кстати, по той же причине лучше отказаться от любимой картошки фри из всех заведений фастфуда.